И всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова я, Денис. И сегодня мы будем строить очередную самоделку. Ну, не на тему зомби-апокалипсис, а на тему Великая Отечественная война. Она будет на вот такие вот небольшие пластинки. Сейчас я вам покажу фигурки, которые будут участвовать в этой самоделке. Будут вот участвовать вот такие три солдата. Их показывать незачем. И три вот таких немца. Значит, что я хочу на этой пластине сделать? Где-то тут будет немецкий окоп. Тут будут нападать наши. Ну, тут будет, наверное, какая-то зелень. Хотя у меня вся зелень ушла на ту самоделку. Зомби. Я ее еще не разобрал. Ну ладно. Приступаем. Ну, как-нибудь вот так вот. Опа. Думаю, высота будет 2 блока. Вполне нормально. Так, еще соединить все, чтобы не ездило. Вот еще окошками сделаю. Так. Опа-на. Опа. Так вот. Более-менее. Более-менее нормально. Так. Тут так. Еще нужно. Так вот. Вокруг обвести. Опа. Больше этой пластинки, ничего себе, сама девочка. Я не знал, что она больше этой пластинки будет, ничего себе. Так, так. Ой, что это? Уша звенит. Все перестало. Бывает. Опа. Ну вот что-то звенит. Ладно, не будем обращать на это внимание. Все-таки нам нужно построить самоделочку. Ого, уже 3 минуты длится это видео. Как-то быстро у нас идет время.
оставлю. Вот. Теперь нужно накрыть сверху пластинами. Если вам слышно какие-нибудь такие звуки, то не обращайте на них внимания. Просто мои родители ушли и оставили стиральную машину работать. У меня дверь открыта. Как-то так. Так что не обращайте на это внимание. Вот. Теперь поставлю какие-нибудь такие, типа, горки такие своеобразные. Внутри поставлю аптечку, рацию. Мешки с песком, как же без них. Так вот сделаем. Так. 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 Подвинуть. Это, ух ты ж. Так как-то положу и оставшиеся два мешка, один положу сюда, а второй не буду даже тут участвовать из самоделки. Теперь поставлю расставлю мини-фигурки. Так вот как-то тут стоять наш немец. Этого СМП-40 сюда. И теперь наших любимых советских солдат. Одного сюда. Второго снайпера поставлю куда-нибудь. И сюда он отсюда будет стрелять. И третий будет тоже бежать. Так, всю зелень я, которую у меня была на столе, использовал на той самоделке с зомбарями. Немножко нужно отцепить оттуда. Цеплю. Так вот, три травинки. Вот, отцепил я оттуда траву, отцепил я три вот таких вот листочка и один такой кустик. В принципе, для этой самоделки много зелени и не надо. Теперь расставим это все дело. Вот такая у нас самоделочка получилась. Если она вам понравилась, то обязательно поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Ну а всем спасибо за просмотр и всем пока. С вами был я, Денис. Всем пока.